Костя опоздал. Следующая стоянка у рыбаков. Там они пересадят Оливера на вертолет. Надо найти удобную позицию до того, как его пересадят. Где же Оливер? Подожду Оливера. Нельзя дать Олли сесть в вертолет. Беги, Олли, давай!
прыгай в катер. Оливер, сюда! Привет! Спасибо, что спас. Крутые татушки. Сваливаем отсюда! Катер! Держи катер прямо! Я стараюсь! Быстрей! Отрываемся! Ты спас меня. Они всерьез взялись за отца. Он едва не отдал им кучу денег. Оли, вас все равно продали бы в рабство, даже с выкупом. Дерьмо. Мы охрененно попали, чувак. Не знаю, как я смогу жить. Я тебя знаю, Оли. Ты сильнее, чем думаешь. Пошли, у меня есть для тебя спрятать. Лиза, Дейзи? Ха, я нашел Оливера. Ой. Девчонки, как я рад вас видеть. Я рада, что ты цел. Ну, меня накрыло, как птицу над горящей плантацией. А что это за место? О, ну и крепкая травка. Никто не хочет дунуть, пока я ее не придушил. Я хочу... Эй, погодите немного. Тут просто рай. Джейсон, подойди, когда будет минутка. У меня есть кое-что. Мне тоже нужно кое-что показать. Идем. Привет. Я ставлю крест для Гранта. Спасибо. У меня не было времени. Нужно поговорить. Поговорим. Только не сейчас. Нужно найти Райли. Если с ним что-нибудь случится... Я скучаю. По тебе. А ты ходишь со всем этим оружием, весь в этих странных татуировках. Я не говорю, что тебе не нужно их спасать. Просто я волнуюсь, ты изменился. Лиза, не бойся. Впервые я полностью управляю своей жизнью. Я знаю, ты хорошо. Мы так много над этим работали. И еще тебя ждет работа в студии. Я помогала Стиву. Я не хочу говорить о твоих бывших сейчас.
Это мой путь, и я сам должен найти его. Ладно. Поняла. Ты устал. Можем встретиться позже. Я люблю тебя. Теперь иди. А то я снова тебя задержу. Лучше найди остальных. Уиллис, ты? Тейсон, я нашел твоего друга, Кита Рэмси. Его купил один из киллеров Хойта. Он сидит в баре в трущобах. Как его зовут? Бак. Ха. Его зовут Бак. Он полный мук.
Эбак? День рождения не сегодня, но ты похож на Санта. Я пришел за другом, Китом. Извини, его не знаю. Ты купил его, ухой-то. А, это он. А он назвался... Ты психуешь? Согласен. Перейдем к делу. Стало быть, ты Джейсон Брозери. Слушай, мне просто нужен Кит. Джейсон. Но не все же тут дикари. Мы деловые люди, достойные капиталисты. У меня есть то, что нужно тебе, верно? Это товар. А у тебя что нужно мне? И что это? Спокойнее, Джейсон. Не кипятись. Убьешь меня, никогда его не найдешь. Найди его. Сделаешь, и мы с тобой в расчете. И Кит уйдет с тобой. Принеси мне то, что потел. Я уже видел этот ножик. Ножик? Ножик? Хуёжик, блин! Шедевр! В нем истории больше, чем в ваших задницах! Это выкуп за Кита, понял? И где он? Тот искатель. Знал, где искать. Но вас захватило его судно. Информацию о каком-то китайском сокровище и экипаж. И что еще? Нож? Не чертов нож. Его местоположение. Хочешь, Кита? Заберись на судно и выясни, где зарыто это чертово сокровище. Вали.